Сохранить и увековечить память о Дне Победы для будущих поколений решили в Израиле. Депутаты Кнессета приняли закон о праздновании Дня Победы 9 мая. Авторы законопроекта напомнили, более 1,5 миллиона евреев воевали во время Второй мировой войны в составе армии союзников против нацистов. Поэтому закон утвердили единогласно, за проголосовали 53 парламентария. И отныне День Победы над нацистами в Израиле на государственном уровне будут отмечать 9 мая.